Здравствуйте, друзья! Я приглашаю всех увлеченных живописью на свои очные занятия в мою мастерскую. Занятия проходят в спокойной творческой обстановке, свободной просторной мастерской. Я живу и работаю в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове. Я могу предложить вам программу курса. И вы занимаетесь поэтапно, постигаете все ступени мастерства. К занятиям вы можете подключиться в любое время, с любым уровнем подготовки. Говоря о индивидуальном подходе, я предлагаю вам самостоятельный выбор тем и сюжетов для вашего творчества. На моих уроках часто можно увидеть, как студенты работают над разными натюрмортами, с разными задачами и разными материалами одновременно. И людям, как правило, очень нравится такой подход. График занятий абсолютно свободен, никаких абонементных систем. Готовы — занимаетесь? Нет — переносим на удобное для вас время. Темы наших занятий очень обширны. Это и большие натюрморты для освоения масляной живописи и пастели. Мы занимаемся рисунком, начиная с простых геометрических предметов, что, собственно, тоже не обязательно. Рисуем розетки, обрубовки, простые натюрморты на тональные задачи. На наших уроках мы копируем натюрморты малых голландцев, соблюдая технологии старых мастеров. Часто я пишу вместе со своими учениками, чтобы они видели весь процесс работы, так как многие вещи проще мне показать, чем долго про них рассказывать. Если вас заинтересовали мои занятия, вам достаточно написать мне личное сообщение. Я не набираю больших групп, максимум 5 человек, чтобы уделить достаточное внимание каждому. Количество мест ограничено, подключайтесь, я вас жду.